Поэтому, конечно же, чем больше мы пойдем в практике, тем больше у нас будет этих возможностей познать себя. Но я вам не буду говорить, кто сколько будет жить, кто еще что-то. Если вы пойдете в эти практики, вы это сами увидите. Причем на начальных стадиях у вас будут открываться какие-то типа окошек, что ли, как такие крючочки, которые вас уже обратно с этой автономии, из депривации, уже отпускать не будут. Даже если вы будете выходить на еду и на сон, то вы в этом состоянии будете достаточно недолго, потому как снова захотите идти в свое естественное состояние. Почему это называется и называется естественным состоянием? Потому что это действительно то, с чего мы пришли. И я вот в тех марафонах как раз, Артём, по-моему, у нас был на возможности меня марафон, я как раз рассказываю, откуда у нас вообще появилась эта еда, что такое, почему мы ее едим и так долго это с нами происходит.